Секрет, що ФСБ російське з Міністерством оборони Росії, воно в окремих питаннях має конфлікти. І ці конфлікти, вони час від часу загострюються. По суті, хто контролюватиме певні процеси, так, зокрема, і щодо України. Те, що ви знаєте, володієте інформацією, чи ось ця негласна війна між різними відомствами Росії, як ми знаємо, там колишньому це були війни КГБ з МВД в Радянському Союзі, зараз це загострилося ФСБ з Міноборони Росії, наскільки воно проявляється на території України, і чи бувають випадки, коли саме ось якихось гауляйтерів призначає одна структура російська, а інша його може просто прибрати для того, щоб поставити свого? Ну, действительно, тяжба между и вообще войной между МВД и КГБ это были Советского Союза, поэтому, в общем-то, все это перекинулось на Россию как правоприемницу всего наследия советского. Вот. А сегодня действительно эта борьба обострилась не между МВД и ФСБ, а ФСБ вообще спецслужбами и, соответственно, Минобороны. Ну вот, МВД, кстати, в этой битве уже давно проиграла. Значит, были последние там несколько лет МВДшные, значит, структуры, они уступали по влиятельности российским спецслужбам. А что же касается Минобороны, то да, возвышение, во-первых, Шойгу до начала военной такой активной фазы 24 февраля это многих не устраивает во власти, и там постоянно идет подковерная борьба, и здесь надо сказать, что там представители спецслужб, силового этого крыла, который опять-таки и входило раньше, и Министерство обороны, но сегодняшний день как бы это идет все равно разделение и достаточно жесткие противостояния между собой. Мы видим достаточное количество генералов и других военных чиновников, которые были отстранены от занимаемых должностей. Мы пока видим достаточно сильные позиции, несмотря ни на какие действия российской оккупационной армии в Украине, и Шойгу до сих пор один из самых влиятельных и близких к Путину людей, но это связано там с личными отношениями, отношениями к этим шаманствам, которые в Шойгу, значит, Путина привез, вот их все поездки, значит, в тайгу, это все такого как бы оккультного склада получается. Но представители российского ФСБ и других спецслужб, они действительно на сегодняшний день занимают первые позиции в влиянии на Владимира Путина. Поэтому, в принципе, говорить о том, что Минобороны может свою стратегию проводить, я бы вообще не стал на сегодняшний день. А решают все уже представители российских спецслужб, к которым Путин себя, естественно, и относит в первой степени, потому что все-таки история отношений у них, вся его жизнь, да, из питерской подворотни, вот они его вытащили на белый свет, по большому счету, и он им и обязан, и считает, что он, в общем-то, как плоть от плоти этого советского наследия ГБшников. Поэтому для на сегодняшний день они, конечно, занимают первые места в влиятельном, значит, ранге у Путина. А наскільки зараз сильні позиції так званого ГРУ, яке зараз правильно офіційно називається Головне управління Генштабу Збройних сил Росії, адже саме під контролем цієї структури зараз працюють, по суті, приватні військові компанії, як таке неофіційне продовження ГРУ? Последнього ви б не услышали, извините. Я маю на увазі, наскільки зараз сильні позиції ГРУ в контексті ось цих ЧВК. Тобто ми розуміємо, що зараз ГРУ, яке офіційно називається Головне управління Генштабу, так, Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації, саме під цією структурою військовою працюють ЧВК, зокрема Вагнера, Ліга так звана. Ось наскільки позиції їхні сильні, і наскільки ФСБ, спецслужби намагаються також там впливати на ці процеси?
ЧВК Вагнера, да, оно не входит в Министерство обороны, не входит ни в какие структуры, это отдельное выделенное вообще незаконное формирование, но они пользуются поддержкой силовых структур в первую очередь, и в первую очередь поддержка Путина напрямую в связи с, значит, с руководством этого, значит, этот повар, фамилию все время вылетает мне из головы. Он близок действительно к Путину, и ему позволяется все, что угодно в обход решений Министерства, значит, обороны, Генерального штаба и всего остального. То есть они, как батальоны, наряду с чеченскими батальонами Кадырова, они находятся в преимуществе, и принятие решений им там позволено первоочередное право. Решение и мнение Министерства обороны конкретно на эти батальоны не распространяется. Здесь идет связка с российскими спецслужбами, и они подчиняются уже вот этому силовому блоку, о котором мы говорили ранее, который имеет огромное влияние на Путина.